Всем привет! Завтра Новый год. У всех хорошее позитивное настроение. Многие в нашем интернет-магазине Belivix.com уже заказали кукол из новой серии Fright Camera Action – Страх камеры мотор. Официальный релиз одноименного фильма будет в 2014 году. В серии «Страх камеры мотор» представлены 8 кукол. Это 4 куклы из средних коробок и 4 куклы из маленьких коробок, а также есть дополнительные аксессуары. Мне очень не терпится открыть данных кукол и посмотреть, какие они красивые няшечки. А сейчас я хочу рассказать вам и показать 3 кукол из этой серии. Клавдия Вульф, Элизабет и Хони Свамп. Я начну с Хони Свамп. Хани – дочь болотного монстра. У нее очень хорошо завиты волосы. От наших покупателей я слышала, что волосы будут не вечно. Но я считаю, что они навеки. У Хани не волосы, а мочалка. Хорошая мочалочка. Такой прическе можно только позавидовать. В набор входит хлопушка, камера-мотор, камера, подставка, расческа и дневничок. Давайте достанем подставку и поставим ее. Поля. А теперь переходим к Элизабет. Это еще один вампир в коллекции Monster High. Давайте перейдем к ее вскрытию. Вот она у нас такая. Она выполнена в фиолетовом тоне. Отрываем. У нее хорошо залаченная челка. Волосы у нее фиолетовые, очень красивые. Так что кукла она чудесная. В набор входит расческа, подставка, ее награда и коробочка с диском. И да. Забыла сказать про дневник. А теперь я достаю подставку и ставим ее рядом с Хони Свамп. А теперь переходим к вскрытию коробки с Клавдией Вульф. Это старшая сестра Хоулин Вульф, Клодин Вульф и Клода Вульфа. Вскрываем. Клавдия похожа на вкусненького шоколадного зайчика, которого хочется съесть. В
В набор входит расческа, подставка, планшет и книжка с ручкой, а также дневник. У Клавдии ярко-желтые волосы, прям как у Лагуны из серии «13 желаний». Крупная девушка. Пиджачок у нее снимается. Давайте сравним ее и ее сестер, например, с Хоулин. Разница в росте большая. А с Клавдией? Закрепляем на подставке и ставим рядом. И вот девчонки в сборе. Давайте поставим Клода рядом и посмотрим рост кукол. Как можно увидеть, цвет кожи у них одинаковый. Ну вот они такие, три монстряшки из Хантливуда. Не хватает только Вейперин Горгон. О ней смотрите мой следующий обзор. А я с вами прощаюсь. Страх, камер, мотор. Пока!